Кава является кросс-чейном платформой DeFi кредитования, которая позволяет пользователям брать в кредит стейблкоины USDX и депонировать различные криптовалюты, чтобы получить прибыль. О курсе и статистике этой криптовалюты вы сможете узнать в бирже Gate.io. Вы сами знаете то, что криптовалюты очень сильно волатильны, поэтому будьте аккуратны и следите за котировками на бирже. DeFi Hub Kaba работает как децентрализованный банк цифровых активов, позволяя пользователям получать доступ к ряду децентрализованных финансовых услуг, среди которых собственный стейблкоин USDX с привязкой к доллару США, а также синтетические активы и деривативы. Через Kaba пользователи могут брать в кредит токены USDX путем внесения залога, эффективно увеличивая свою погруженность в криптоактивы. Kaba построена на блокчейне Cosmos и использовать систему обеспеченной торговой позиции, чтобы гарантировать постоянное достаточное обеспечивание стейблкоиновых кредитов. Если заемщик не может поддерживать свое обеспечение выше требуемого порога, модуль ликвидатора Kaba изымает обеспечение от отказавших CDP и отправляет его в модуль аукциона для продажи. В дополнение к стейблкоину USDX, блокчейн Kaba также включает в себе свой собственный токен Kaba. Это служебный токен, используемый для голосования по предложениям по управлению, а также функционирующий в качестве резервной валюты на случай недостаточного обеспечивания системы. Kaba отличается от других подобных децентрализованных кредитных платформ благодаря поддержке кросс-чейнов активов. Благодаря технологии Zone Cosmos, пользователи Kaba смогут депонировать широкий спектр собственных активов, включая биткоин. А где можно купить этот коин? Я лично пользуюсь Gate.io. Есть несколько причин, почему выбирать эту биржу. Во-первых, интерфейс проекта очень понятен. Во-вторых, большой выбор торговых пар, адекватная торговая комиссия, наличие мобильного приложения и есть куча преимуществ. А также, еще один плюс. Переходя по ссылке в описании, вы получите 20% скидку на торг комиссии. Биржа очень крутая, так что работать с ним определенно стоит. Какие его достоинства? Биржа входит в топ-7 самых лучших бирж в криптомире и имеет положительный бэкграунд. Чтобы начать торговлю, надо пройти легкую регистрацию, а именно заполнить стандартную форму и подтвердить почту. Обязательно запишите данные, чтобы не забыть. Чтобы начать торговать, надо пополнить баланс через криптокошельки или карты. После переходим в классическую торговлю и покупаем монеты, которые хотим и которые мы изучили. На всякий случай подтвердите личность, так как это упростит работу с биржей, но KYC не обязательно. Кроме того, Kaba также позволяет пользователям получить прибыль путем выпуска своих собственных стейблкоинов USDX. После выпуска эти токены USDX могут быть внесены на денежный рынок Kaba, известный как Hard Protocol, тем самым зарабатывая пользователю переменную API, в то время как обеспечение этих токенов продолжает осуществлять Kaba. Пользователи Kaba могут запустить собственный стейкинговый узель, чтобы получить вознаграждение Kaba напрямую из протокола. Однако только 100 ведущих узлов Kaba, также известных как валидаторы, имеют право получения этих вознаграждений. Другими словами, чтобы получить эти вознаграждения, вам нужно попасть в топ-100 самых лучших майнеров Kaba. Kaba построена на платформе Cosmos и использует Proof of Stake, механизм консенсуса на базе Tendermint для обеспечивания целостности сети. Она использует сет узлов валидаторов для подтверждения транзакций. Эти узлы-валидаторы должны предоставлять залог, чтобы взять на себе задачу по проверке транзакций. Если валидаторы будут давать сбои или не будут соблюдать строгие минимальные требования, их стейк будет оштрафован, что будет стимулировать валидаторов оставаться честными и эффективными. Смарт-контракты Kaba нескольких независимых фирм в сфере блокчейна и криптобезопасности, включая Certik, WeHarvest и Quantum Swamp. На сегодняшний день уязвимости сети найдено не было. Если вас интересует рынок криптовалюты, тогда подпишитесь на телеграм-канал Ростиксона. Там публикуются посты, в каких мероприятиях он участвует и не только. А также на его канале вы сможете увидеть новости криптомира. Ссылка находится в описании. Переходите, подпишитесь.